Какая ты сегодня красивая! Готова к Новому году? Да, еще со мной Дед Мороз готов. Вот и спадал. Я супер-человек-паук. Смотрите, что у меня уже украшено. А почему люди украшают свой дом к Новому году? Чтобы Дед Мороз в красивый дом зашел, который ему понравится, в такой он и зайдет первым. Кто не украсил свой дом, сами виноваты. Сейчас вот 2020 год заканчивается. Какой завтра наступит год? Наступит завтра Новый год. 2050. Наконец-то он пришел. Какие у тебя чувства по этому поводу? У меня чувства, то что радость, веселье. Ты довольна, как прошел этот год? Да. Я очень. У папы по-папе заехали. Нехорош. А почему вот некоторые говорят, что он был плохим? А вот ты их наругай, погрози пальчиком. Это хороший был год. Что было хорошего в этом году? Для меня было все хорошее. И лето, и осень, и все. Кататься на велике, это воспоминание очень хорошее. Что мне подарили сережки. Смотрите, у меня уже сережки. Вау. Больно было прокалывать? Я плакала, но мне мама дула. За что ты можешь сказать спасибо этому году? Я научился красиво танцевать. Спасибо за этот 2020 год. А за что тебе в этом году было стыдно? Я ничего не помню. Ой, я забываю, а вот хорошее я запоминаю. А вот говорят, что самое плохое, что было в этом году, это коронавирус. Ты с этим согласна? Конечно! Потому что коронавирус – это очень сильная задача нам. Чтобы не болеть, надо надевать маски, защищаться, не целоваться. Последнее очень тяжело исполнять. Тяжело моих родных не целовать. А следующий год будет лучше, чем этот? Не факт. Ну, потому что кто его знает? Коронавирус может испортить все планы ему и не только он. Может, следующий год для вас будет лучше? Ну, для меня все лучшие годы хорошие. Я лично пока отдаю. Ты обещаешь, что следующий год будет в 100 раз лучше, чем этот? Конечно, обещаю. А если не исполнится? А если не исполнится... Еще раз пообещаю. Что ты ждешь от Нового года? Свой подарок от своей тети Насти на Новый год. Она мне подарит мягкого, красивого, пушистого зайку. Главное подарок. Главное улыбаться, весело себе. Как ты проведешь завтрашний день? День накануне Нового года. Я буду раздавать всем подарки. Я поеду к бабушке. Веселиться. Ты будешь помогать готовить на стол для новогодней ночи? Да! Что будем готовить? Печеньки новогодние наши. Традиция такая. Чай с мороженым. А некоторые говорят, что в Новый год обязательно на столе должны быть оливье, селедка под шубой и мандарины. Нет, только мандарины на Новый год должны быть. Селедка под шубой, ее что, под шубу засовывать? Зачем шубу-то портить, если ее надо на улицу одевать? Парадокс? Это же какой-то рыбин, который невкуснибин. Как ты в этот Новый год будешь удивлять Деда Мороза? Что ты для него приготовил? Стих. Ну давай. Дедушка Мороз,
Я знаю, то, что ты хороший и добрый. Я всегда в тебя верил, не сомневался. Я всегда знал то, что ты существуешь и верю в чудеса. А Дед Мороз поверит, что это стих? Нет, но зато от души. Нам сегодня весело, день такой хороший. Ляжут все у елочки, хлопают ладоши. Вот ты спела песню, а Дед Мороз тебе ничего не подарил. Что это за Дед Мороз? Не настоящий. Ты знаешь, что под бой курантов нужно загадывать желание? Ну да. Ты придумала уже, что загадаешь? Я хочу, чтобы весь мир не ругался на маленьких детей. Я хочу, чтобы наш класс в конце концов хотя бы один урок замолчал. Как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно исполнилось? Я загадала. Нужно стоять и загадывать желание. А почему именно стоя нужно загадывать желание? Потому что если будешь сидеть, желание получится кривое. А некоторые пишут на бумажку желание и ее потом съедают. Нет, это такого вообще не бывает. Бумагу вообще не берут. Ну, это так взрослые, а дети просто на бумажке пишут и радостно пьют. В эту новогоднюю ночь чудо произойдет? Будет чудо. Да, у меня уже произошло. Дед Мороз забрал мое письмо. А что делать, если эти подарочки тебя разочаровали под елкой? Такая жизнь, что ж, пойдем. Завтра президент перед боем курантов обратится к россиянам. Ты будешь смотреть? Да. Где записывает новогоднее обращение президент? Либо в Лондоне, либо в Париже, либо вообще в России. Будешь смотреть? Конечно. Почему нет, если родители разрешат? А бывало такое, что они не разрешали слушать тебе речь президента? Бывает. Несправедливо. Несправедливо. А получается, дети пропустят Новый год. Как бороться за свои права, Василис? Нужно же как-то бороться за них, не молчать. Писать письмо и жаловаться. Как бы ты обратился с новогодней речью к россиянам? Здравствуйте, дорогие россияне! Сегодня Новый год. Этот год был очень сложный для нас, потому что все боговиков помали, но следующий обязательно будет лучше. Люблю вас, поздравляю с Новым годом! Но они многие еще рассказывают, какая была политическая обстановка в этом году, как экономика у нас рванула вперед. Что ты скажешь своему народу по этим вопросам? То мы сделали дома перестановку. Давай поздравим всех с наступающим Новым годом. Я всех вас поздравляю и ваших там съемщиков поздравляю. Будьте хорошими людьми. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Никогда мамка не злились и не дулись. Так в этот же день, завтра, Новый год же. России, что ты своей стране, любимой, пожелаешь? Страна, не погибай. Россия, родной мой город. Я тебя люблю. Я скоро на тебе погуляю. С Новым годом, Россия, страна. И будь хороша. С Новым годом! С Новым годом!